Всем привет! Барьер. Всем привет, всем доброго здравия. Нас давно не было в эфире. Ну, на то были объективные причины разного свойства, и личного, и технического. Мы тут техникой занимались, да, вот. Мы тут лечились. Ну, по крайней мере, мы сейчас все-таки с вами. И месяца не прошло. Сегодняшний выпуск у нас посвящен, как это на богатом, Умарекс. Дорого-богато. Вот. Расскажу историю, значит, вот этого пистолета. До сих пор мы вот сейчас гадаем, что это такое, либо Дейзи, либо Умарекс. Либо Умарекс Дейзи, потому что здесь написано Дейзи. В одном месте, да. А вот здесь написано Умарекс. Почему на обзоре именно старичок? Как раз, чтобы вы видели, что происходит с пистолетом за время его эксплуатации. Данный пистолет эксплуатировался, судя по всему, очень-очень сильно. Ну, все-таки он был у корабалистов. Это показатель, да. Это очень большой показатель. И хотелось бы передать большой и огромный пламенный привет Игорю, благодаря кому у меня этот пистолет появился. Значит, история с ним такая. У меня, значит, появляется этот пистолет. Он пришел вот с этим клипом, барабаном, я не знаю, как назвать. Не до барабаном. Вот. И самое, что интересное, вот если даже посмотреть, вот он абсолютно кривой. Игорюха не смог его проверить в деле. То есть он его заказал. То есть у него был без клипа, то есть на игре клип потерян. Он его заказал. Парень поклялся ему, что он делает. Прям вот куча уже распродана, и все работает. Он у него покупает этот клип за 1000 рублей. Богато. Вставляет, присылает ко мне. Я начинаю проверять, и тут у меня начинает играть все. Мало того, что механизм клип не проворачивает, еще вот кроморы клипа по отношению ствола стоят все криво. То есть он априори не мог работать. Связываюсь с Игорюхой. Так и так, говорю, что делать. И вот я действительно рекомендую вот этого продавца. Почему? Он плюнул на все. Он начал по своим знакомым шелестить, искать. Он нашел мне вот родной барабан его. И мне его переправил. Другой бы продавец сказал бы: слушай, ну извини, но это твои проблемы. Делай, что хочешь. Поэтому я его рекомендую как добропорядочного продавца. Даже если есть какой косяк, ну не доглядел человек. Ну всякое бывает, да. То этот человек свой косяк исправит всегда. Рекомендую просто вот как для себя. Ну а дальше хочу передать слово тебе. Кстати, посмотрим, сколько стоит сейчас данный пистолет. Револьвер. Да. Всего каких-то 57 тысяч рублей. Значит, те, кто хочет сейчас купить вот этот пистолетик, да? Пожалуйста. Вот сколько он стоит новенький в магазине. За что? Вот сейчас мы и разберемся. И заодно сравним его с Кроссман 357. И на закусочку у нас еще есть два вкусненьких Умарекса. Приблизительно в той же ценовой политике. Значит, продолжая обзоры пневматического оружия, которое есть в народе в значимых количествах. Ну, вы не смотрите, что настала зима, и про СО2 сейчас разговаривать можно больше теоретически, тем не менее.
Значит, я хочу начать именно вот с этого пистолета. Это Кроссман 357, 8 дюймов ствол. Значит, достаточно хорошо известная модель, давно на рынке. Причем это револьвер старый, у него металлический кожух ствола. И клип в данном случае здесь 6-зарядный. Значит, почему Кроссман, да? Немножко странно. То есть, специалисты, видя вот это вот, сразу вспоминают не что иное, как Смит Вессон русский, да, там первого, второго, третьего образца. Именно тогда впервые было придумано перелома рамы и перезарядка одновременно с выбросом всей гильз. Именно вот таким вот образом. То есть, поэтому логично бы было считать это Смит Вессоном. Но по каким-то тут признакам можно где-то определить в нем кольт. Значит, что же это такое? Это СО2 револьвер довольно извращенной конструкции, потому что, например, клапан у него состоит из двух частей, то есть часть, которая прокалывает баллон, и часть, которая, собственно, является клапаном, по которому бьет курок, это отдельные детали, и соединенные внутри маленькой трубочкой. Также здесь своеобразный спусковой механизм, состоящий из целой кучи мелких деталей. Потом мы под видео вставим взрыв-схему для тех, кто интересуется, для тех, у кого он есть и кто знает, как он устроен. В этом нет никакой тайны. В общем, это часы с кукушкой. Кроме того, вот такое вот решение с размещением клипа впереди барабана, ну, вот как-то лично мне, ну, не кажется изящным или красивым. Я понимаю, почему так сделано. Это сделано, чтобы сюда вот поместить клапан там, все это спрятать, чтобы спусковой механизм здесь разместить. Поэтому так сделано. Но мы рассматривали уже отечественные РПШ, где все то же самое присутствует. И клапан, и спусковой механизм, но барабан почему-то нормально сделан с клипом позади. Значит, также к интересностям конструкции можно отнести то, что здесь достаточно много внимания уделено обтюрации клипа. Здесь имеется вот такая вот штука. Даже не знаю, как ее правильно назвать, втулка, которая подпружинена. И когда револьвер закрывается, он уплотняет соединение барабана и ствола. Ствол здесь стальной, нарезной, достаточно качественный и выглядит довольно достойно. То есть, вот мы будем смотреть потом на другие револьверы. Здесь это, ну, пусть он тоненький, да, пусть видно, что это трубочка пневматическая, но сделано аккуратненько, сделано красиво. Повторяю, что кожух ствола здесь металлический. Значит, клип пластиковый. Клипы бывают двух типов. Значит, это 6-зарядный клип, бывает 10-зарядный клип. И что примечательно, чтобы стрелять другим клипом, ничего делать не надо. Надо только поменять сам клип. Вот это зачет, это правильно. И сам клип, несмотря на то, что он пластиковый, он сделан достаточно качественно. Здесь вот какие большие зубцы. Сам пластик достаточно прочный, и это способствует долговечности и надежности. Обычно эти револьверы служат очень долго. Вот этот револьвер мы пытались определить, какого он года, но по литью, по штампам внутри револьвера, мы определили его как 94-й год. Обратите внимание, в каком он состоянии. Он, конечно, не новый, но он абсолютно рабочий, он исправный. И он, в общем-то, даже сильно не изношенный. Значит, ну вот, вот. Эту конструкцию можно считать базовой. Почему? Потому что далее все, что мы будем рассматривать, состоит из тех же деталей. И отличается незначительно. Более того, вот если сними рукоятку, значит, если их подразобрать, да елка-палка, руки замерзли, то мы увидим фактически одинаковые детали. Обратите внимание. Расположенный в тех же местах, состоит из тех же деталей. И я вас уверяю, что внутри стоит точно такой же клапан. И даже все вот эти детали спускового механизма, они очень похожи. Да, они немножко имеют разные размеры. И даже рамки похожи, хотя это совершенно уже как бы другой револьвер. Вот эта базовая конструкция, я так понимаю, что кто ее автор? Умар Эксли ее автор, там, Дейзи ли ее автор, я не знаю, Кроссман ли ее автор, но вы видите, это одинаковая деталь. То есть, как бы она ни называлась, она все базируется на одной и той же конструкции. Ну да, и раз уж мы их открыли, то попутно, да,
Сейчас нас полетят тухлые помидоры, потому что какого хрена, ребята, у вас баллон находится в Кроссмане? Ну, находится. Нет, здесь не все так просто, понимаешь? А, если рукоятка здесь цепляется вот за эти... Да ты перебиваешь меня, да. А, ну да, извиняюсь. Значит, я же говорю, не случайно я начал разговор именно с этого револьвера. Это базовая конструкция, которая производится давно, хорошо себя зарекомендовала, но, как мы вот начали говорить, она не без недостатков. То есть, вот это вот, вот эта разъемная рама, вот это вот, ну, с одной стороны, заряжать его, конечно, удобно. С другой стороны, это лишнее усложнение конструкции, это снижает прочность, это усложняет производство. И дальнейшим логичным развитием явилась вот эта конструкция, которая фактически представляет из себя то же самое, за редким исключением. Здесь мы видим все абсолютно то же самое, кроме рама неразъемная, а клип вынимается вот таким вот образом. То есть, как уже у пистолетов, у револьверов Кольта. То есть, вот он. При этом мы все видим то же самое, только здесь, улучшив одно, как обычно, испортили другое. Мне надо достать указку. Оружейную. Да. Значит, когда я хвалил конструкцию этого револьвера, я обращал внимание на вот эту вот деталь, которая создает обтирацию. Значит, в данной конструкции данной детали нет. Более того, там выход газа, он вообще вот такой вот смешной, маленькое отверстие. Значит, есть вот такой вот пиптик. Пиптик подпружинен. Для чего он нужен? А он нужен вот для чего. Он попадает вот в эти выемки и позиционирует барабан. Вот такое вот решение. Тогда нормальный человек спросит, а как же здесь обтюрация-то достигается? Как здесь? А вот очередная шедевральная конструкция, аналогов нет. Ствол здесь крепится вот таким вот образом. Это к тому, как вот я рассказывал про тот револьвер, где красиво все это сделано. Так вот, зазор здесь выбирается путем поджима ствола. То есть, закручивая ствол, мы его двигаем либо к клипу, либо от клипа. И таким образом мы добиваемся такого зазора, чтобы он был минимальный, но клип при этом проворачивался. Вот такая вот интересная конструкция. Значит, хорошо это или плохо? Я сразу вам говорю, что я не являюсь поклонником револьверов, особенно вот таких здоровенных и таких тяжеленных. Есть любители, и я их не осуждаю, то есть, соответственно, у меня таких револьверов своих нет и никогда не было. Но любители есть. Значит, поскольку это СО2 оружие, в нем всегда приветствуется длинный ствол. Значит, отдельное достоинство вот конкретно вот этих револьверов 357-х, они продаются по-разному. Они продаются со стволом фиксированной длины, значит, набор такой 4, 6, 8 дюймов. Соответственно, это может быть либо конкретное, вот как вот в данном случае, либо набор, где все эти стволы, он очень просто меняется, отвинчивается винтик, снимается ствол, выставляется другой. Вот. Это, безусловно, достоинство. Если у вас требуется компактный образец для стрельбы на близкие дистанции, там по банкам, удобно. Он легче, он короче, он удобнее. А если вы хотите стрелять поточнее и подальше, то ставите восьмерочку и получаете все удовольствие. Вот. Значит, здесь, ну, они тоже существуют в разных моделях, потому что, как мы здесь видим, кожух ствола и ствол представляют собой отдельную деталь. То есть, его тоже можно поменять. Вот. Но это уже гораздо сложнее. Так, что еще про это сказать? Значит, несмотря на то, что, да, материалы, то есть, все это сделано из цинкового сплава. Здесь то же самое все сделано из цинкового сплава. Детали ударно-спускового механизма стальные. Безусловное достоинство. Вот перед съемками мы разговаривали про револьверы вообще. Вспомнили, конечно, Борнер, Глетчер и же с ними, которые целиком из цинка отлиты вплоть до спускового крючка и курка. В руке, слава богу, хотя бы есть стальная вставка, которая бьет по клапанам. Вот. У них долговечность определяется долговечностью вот этих двух деталей. Как только курок пропиливает в спусковом крючке канаву, он перестает стрелять. Значит, здесь все как бы гораздо лучше, потому что эти детали, основные детали, стальные. И поэтому мы эти револьверы видим живые вот спустя много... Вот этому сколько? 30 лет скоро будет? Да, где-то так. 94-й год. Но опять же, о плюсах мы рассказали, о конструкции коротко мы рассказали. Вещь фановая, вещь на любителя. Я не являюсь любителем, я уже говорил про это дело. Но
Вот этот револьвер получил широкое распространение, он у многих в нашей стране есть, и многие его любят, причем проходят примерно мой путь. Покупают, пользуются, радуются, потом он им надоедает, они его продают, потом скучают, снова покупаются, и так по кругу. Да. Но нет человека, который был бы к ним равнодушен. Как бы. Одни его любят, другие его ненавидят, третьи вот, да, мечутся и не могут определиться. Как бы. Значит, все ничего, но вот цены мы вам показали. То есть, сейчас все вот эти вот удовольствия, покупать вот его как единственный револьвер, да, или единственный образец пневматического оружия для всех целей, для пострелушек целевых, там, для дачных, наверное, нет. Потому что в эту цену можно купить, конечно, гораздо более интересные экземпляры, как отечественного, так и не очень. Вот. В эту цену можно вообще PCP купить. Совершенно верно. Вот. Причем можно купить PCP-пистолет, да, который да, револьвер. Да. Это 657 и 03, который, к примеру, ну или любой другой. То есть за 50 тысяч фантазия может быть очень себе, да. В конце концов, можно купить РПШ за недорого до вторичного рынка, заказать мастеру переделку и получить массу удовольствия. Значит, ну, сейчас у нас температура около 3 градусов тепла плюс, поэтому стрелять в хронограф мы не будем, это бессмысленно. Из этого револьвера или из этого. Значит, но ну, как... попробуем все равно. Что, зря, что ли? Ну, чтобы доказать, что сейчас на улице почти зима. Да, да, да. Не, ну, подожди, вот харболисты-то, они же даже минусовых. Ну, там, может быть, даже и плюс. Не так страшно. Поэтому мы попробуем. Нет, нет, таблицу в зависимости давления от СО2 температуры мы под видео вставим. Мою любимую, которая вот из моей статьи. Вот, и где... Навскидку сейчас примерно 30 атмосфер должно быть, при 20 градусах 60, то есть примерно в два раза сейчас мощность должна упасть по сравнению с плюс 20 градусами. Вот. Вещь абсолютно фановая, как я сказал, но вот совсем чуть-чуть бы, вот, вот это вот все-таки очень режет взгляд и очень портит внешний вид, то есть когда револьвер не ободранный, вот как здесь, еще получше, да, когда вот он еще более-менее, я не знаю, я не знаю. Именно, может быть, поэтому у меня их и нет, что я их в руках повертел, посмотрел, хмыкнул и все, отдал хозяину и забыл. Вот. Ну, что еще об этом можно рассказать? Я говорю, абсолютно... Я могу дополнить. Очень интересным моментом, вот, касаемо Кроссмана. Да, Кроссман, он дешевле, чем это. Намного дешевле. То есть, если Кроссман в таком уже обличии, вряд ли... А, да-да-да. Вряд ли купите. Можно купить его обновленный, и стоит он порядка 14-15 тысяч. Но есть один прекрасный момент. Дело в том, что у него бывает глюк, когда барабан полностью не прокручивается. И один раз у меня такая ситуация произошла. Когда нажимаю на спусковой крючок, барабан не встал четко, крабора не стало четко против ствола, и пуля ударила в край ствола. Хорошо, вот эта слабая защелка. Она открылась. И она открылась с таким грохотом. Потому что если посмотрите сюда, она держится. Ну вот этой тонюсенькой. Вот на этой хреновине. И если, например, это будет постоянно, то эта штука долго не проживет. Это первый момент. Второй момент. Дело в том, что со временем, вот замочек вот этот, да, мы нажимаем вот на эту кнопочку, замочек отходит. Вот. Как вы думаете, что вот здесь стоит? Резиночка. Не пружинка, а именно резинка, которая от времени дубеет, сжимается, и, соответственно, вот эта штука начинает просаживаться. Благо, ремонтировать это очень-очень легко. Вот так вот отжимаешь вот эту всю конструкцию. И вот туда резинку под другую пропихиваешь. Ту вытаскиваешь, другую пропихиваешь. Можно делать без разборки пистолета. И это, конечно, плюс. Во всем остальном, ну... Да, интересно, фаново, но такое себе. Что касается меня, чтобы я себе взял либо Кроссман, либо Умарекс, вот если касаемо вот этих двух моделей, конечно, Кроссман. Во-первых, он дешевле, он немножечко интереснее,
Ну, а здесь я просто не знаю, за что платить. Особенно, как мы говорили, дульный срез. Но здесь есть другой фан. Здесь можно подобрать клип, сделать по-человечески самому. Те, кто работает на 3D принтерах, могут сделать. Кстати, ребята откликнулись с нашей хардбольной группы «Закат». Говорит, если найдете оригинальный клип, дайте, мы попробуем его смоделировать и попробуем напечатать. За что им заранее огромное спасибо. То есть, ребята действительно откликнулись, ему приятно. Ну, здесь два пути. Здесь можно либо сделать литейную форму, если у тебя есть оригинальный клип. А второе, да, это просканировать высокоточным хорошим сканером высокого разрешения, оцифровать и распечатать. Вот. Ну, еще 5 копеек я вставлю. Значит, почему? Ну, потому что вот этих именно кроссманов в нашей стране достаточно много. Они завезены давно, хорошо изучены, и запчасти для них достать проще, чем на это. То есть... Из всех вот этих револьверов, которые мы сегодня покажем, вот этот самый распространенный, и любители его, наверное, больше всего. Соответственно, значит, под видео будет статья. Почему я не углубляюсь сегодня в технические детали? Потому что именно потому, что он хорошо изучен, и на Ганзе есть отличные статьи по нему. Эти самые ссылки мы все вставим под видео. Поэтому я сегодня тут по древу разливаться илеем не буду. Значит, вещь достаточно хорошо изучена, болячки у нее все изучены, пути модернизации ремонтов изучены. Кому надо, смотрите, ссылки будут, читайте. Вот. Добавлю еще, мне больше всего нравится, что на этой модели, что на этой предохранитель. Это отдельная вещь, кто до этого додумался, я не представляю. Вот это вот сюда так, чпоньк, все, сняли с предохранителя. Нужно поставить на предохранитель вот так, чпоньк, он перекрывает... доступ к клапану, и, соответственно, уже курок по клапану не бьет. Он бьет по этой пластиковой хреновине. Такая же хрень сделана здесь. Чпоньк, чпоньк. Вот как два брата-близнеца. Один в один. Я же говорю, что конструкция практически одна и та же. Что можно сказать еще в плюс данных пистолетов? Во-первых, у кроссмана лучше ствол. Нарезы там на порядок интереснее и лучше. Если здесь они практически сглажены, их не видно, то здесь они видны невооруженным взглядом и очень хорошие стволы, то есть довольно-таки точные. Плюс еще надо отметить, что на данных пистолетах регулируемые прицельные приспособления. Достаточно хорошие. Они не болтаются, они крепкие, и они действительно хорошо регулируются. И они что по вертикали, что по горизонтали, можно пистолет спокойно пристрелять, и он будет дарить вам соответствующее удовольствие. Ну, об этих пистолетах мы поговорили. У нас в основном сравнение с кроссманом. Застаем что-то на богатом. Сладкое. Сладкое. У Марекс. Не Дейзи. А именно вот Марекс. Какой кейс? Какой размах? Широта. А какой цвет? Вот цвета вообще. Кстати, это именно у Марекс. Все по-честному. И вуаля. Естественно, со временем немного он уже, как бы сказать, не совсем комплект. Быстренько пробегусь. Для чего вот эти выемки? Для чего эти? Молодцы, ребята. Вот хвалю. Я вот недолюблю немного Марекс, но хвалю. Сделаны выемки под баллоны. То есть, если захотел, положил баллоны. Захотел, положил пули. Захотел, положил клип. Вот сюда захотел, купил ствол и поставил сюда. Есть даже ключ. Это для, песня, да. Для замены ствола. Мы потом покажем, как им пользоваться. И вот она, красавица. Достаем его. Кстати, инструкция. Это чисто немец, ни грамма по-русски. Это слово совсем. Русский язык там не предназначен. Кто хочет подучить немецкий, покупайте, изучайте.
И главное, что меня удивило. О, ёршик. Чемодан, подожди, пока не закрыл. Значит, пару слов. Комплектация бывает разная. Это чемодан универсальный. Значит, в большинстве версий, которые продавались у нас, значит, вот эти все места, они были все заглушены. То есть, они вырезаны, они все присутствуют. Но в комплект идет револьвер, клип и ёршик. Это стандартная комплектация. Вот. Вот это все бывает и не бывает. В основном не бывает. Достаем второй чемодан. Та-дам! И видим то же самое. И видим абсолютно все то же самое. И достаем этот. Но все уже поняли, да? Что то же самое, только 4 дюйма. Да? То есть разница в этих револьверах в длине ствола. Это о чем мы говорили, что стволы сменные, бывают в разной комплектации, бывают сразу в комплекте, бывают идут отдельно. По конструкции будете смеяться. Фактически это то же самое. За исключением, что здесь сделано по-человечески. Если здесь клип откидывается путем нажатия вот на эту клавишу, то здесь все как у настоящих Смит-Вессонов. То есть над копийностью люди поработали. И не исключаю, что, наверное, даже это патентованная вещь, потому что вот эти штуки просто так на игрушки не наносят. Это стоит больших денег, это патент. Так же, как вот эта фирменная Смит-Вессоновская вещь. Значит, где это все появилось, я вам уже говорил. Значит, что еще здесь примечательного? Почему дорого-богато? Это металл. Стальной барабан. Он не стальной, он цинковый. Ну, он тяжелый. Металлический. Не такой, как у 651-х, не такой, как у РПША, он тяжелый. Это цинковый сплав, и немецкий цинковый сплав, я вам скажу, мое почтение. То есть, большинство своих таких подобных изделий, пистолетов и револьверов, они делают из очень хорошего сплава. Вот у меня есть свой личный CP-88, Вальтер CP-88. Вот он из такого же точно сплава, ему тоже почти 20 лет, он выглядит как новый. Стрелял я из него много. Поменял детали ударно-спускового механизма, и он теперь опять как новый. Значит, вот клип. Клип 10-зарядный, как я и говорил. Так же, как вот по 357-х, клипы бывают сменными. Ну, и вот чисто немецкая, вот эти вот мелкие зубчики, все, у кого есть вот пистолеты типа 88-го, 99-го, вот-вот, они вот эти мелкие зубчики узнают сразу. Причем обратите внимание, они не изношены. Хотя стреляли из него нормально так. Может быть, и есть смысл за это платить. Дальше конструкция, как вы видите, она абсолютно... Она абсолютно идентична. Ну, с поправкой на то, что здесь копийность Смит-Вессон, но конструкция. Сюда же вопрос, это что? Это Кольт или Смит-Вессон? Это что? Вот поэтому это Кольт. Вот поэтому это Смит-Вессон. А вот это вот все абсолютно одинаковое. Как бы конструкция. Да, но об этом другим. Значит, здесь другая система установки баллона. Значит, поскольку это у Марекс, в этом... Нет никакого сомнения, благодаря в том числе и конструкции. Сними рукоятку. Снимается, кстати, рукоятка у нас с другой стороны. Обычно снимается вот эта рукоятка, но здесь снимается вот эта. Не-не, сейчас хихи. Вот где-то мы это уже видели. Да-д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 а. Значит, то же самое. Кто имеет Вальтер CP-88, уже тоже сказал, ага, я это все уже видел. Да, вот он, тот самый знаменитый уморексовский поджим. То есть, баллон здесь вставляется таким образом, что он вставляется, вот этим винтом докручивается до прилегания к клапану, а потом закрывается задвижка. Хорошо или плохо? Я считаю, что плохо. Лучше бы было вот так. Это надежнее. А с точки зрения красоты, да, все, рукояточка, все аккуратненько, все кровь. Здесь мне, знаешь, что кажется, что... Вот, выкручил уже полностью. Не столько, как бы сказать, для красоты это все сделано, а для того, что за последнее время мы имеем тенденцию... Народ не умеет пользоваться пневматикой. И чтобы не продавило клапан... Они просто решили, подумали, что как это сделать, вставили баллон, чуть-чуть подкрутили, не до пупения. Наши-то, например, крутят до пупения, и не только наши. И плоскогубцами. И плоскогубцами, что не только продавливаются эти резинки. Ломают рамку, да. Рамку проламывают. Клапан вообще вот за пистолет выскакивает. Но чтобы вот этого не происходило, скорее всего, и придумана была вот эта система. Но и опять же...
Если кирдык пришел в резинке, крути, не крути, ты его не зажмешь. А здесь будут затягивать его пассатижмы. Покажи крупно. Вот, то есть, о чем я говорил, здесь прямо написано на доступном английском языке, что данная вещь зароблена под лицензией с согласия фирмы Smith & Wesson. То же самое здесь. Да. Значит, это к вопросу, почему они неприлично дорого стоят. Ну, во-первых, они сделаны качественно. Эту вещь действительно приятно держать в руках. Он весь гладенький, он весь ровненький. У него зазорчики, у него все. Вот-вот сравните. Вот внешний вид. Вот. И вот внешний вид. Вот. Дейзи. Да. Дейзи – это все-таки не кроссман. Сейчас покладу их рядом, чтобы было видно, как это выглядит. Вот. Здесь уже не раздражает вот этот клип, который находится спереди барабана. В общем-то, он не так уже и портит вид. Вот. И ощущения, когда берешь в руки, совсем другие. Не знаю, стоит ли это тех денег, которые за них просят. Но вещь приятная. Вещь, сделанная из качественных материалов. Хотя вот здесь ни курок, ни спусковой крючок, ни стальные. Они из того же цинкового сплава немецкого. Стальная здесь только вот защелка барабана. И вот этот стержень. Ну, а стержень, да. То есть, вот здесь они молодцы. Вот эти вещи не износятся никогда. Хотя вот тут усилия-то, ну, настолько мизерные. Так, и по конструкции. Значит, вот, посмотри туда и покажи желтенькую вот эту вот штучку. То есть, вот это вот правильное решение, которое на 357-м используется, оно используется и здесь. И еще одна вещь очень важная, вот она. Это фиксатор клипа. То есть, то, что позволяет этому револьверу стрелять точно, это правильное положение клипа перед выстрелом. Поскольку он 10-зарядный, здесь вот эта проблема, она намного серьезнее, чем он там, где по 6. Легче отпозиционировать, чем меньше отверстий. Здесь вот сделано только за счет точности. Но если вы такой клип потеряете, как я вам не завидую? Нет, в хорошей комплектации идут два клипа. Ну, это понятно. Вот. Все зависит от денег. А теперь, внимание, вот то, что мы хотели как раз показать. В чем разница? Берем Дейзи. Берем, вращаем клип, вращайте барабан. Берем кроссман, вращаем. Видите, как замечательно все у нас. Щелчки слышно. Щелчки, все замечательно. Собачка работает. Берем Уморекс и не вращается. За счет вот этой собачки он четко становится крамера напротив ствола. А теперь он ее зафиксировал в положении для выстрела, да. И опустится она только при нажатии на спусковой крючок. То есть, если надо провернуть, мы... Вот. Как у настоящего Smith & Wesson. Тогда? Вот, пожалуйста. Ну, там есть положение курка на предзводе. Здесь его, конечно, нет. Конечно, нет. То есть, в этом отношении, ну, это, я считаю, это очень хорошо доработанная модель. Я как-то предвзято относился к Уморельсу. Мне кажется, все-таки цельный барабан, конечно, выглядел бы лучше, но не дурно. Здесь не раздражает, да. Вот в этом револьвере это не раздражает. Они сделаны, главное, в один цвет. Раз. Во-вторых, у него нету на наружной поверхности никаких. Здесь видишь, везде сделаны фиксаторы. Угу. Для того, чтобы он здесь, на наружной, ничего нет. Все у него внутри скрыто. Это зубчики сзади и вот этот вот фиксатор снизу, который вот... Прицельные приспособления также регулируются у нас. Ну, здесь они еще более качественные, они металлические. Вот, и они еще более аккуратные, ну, как немецкое все. Не знаю, насколько они прочны, если уронить, но, наверное, выживут как-то. Но предохранителя здесь уже нету. Предохранителя нету. Как оно в настоящем, по идее? Ну, в настоящем это делается по-другому. Там пластина есть, и пока ты полностью не отведешь в курок, выстрел невозможен. Если он у тебя сорвется на полпути, а вот он. Вот это боевое решение. Вот это все точно как в боевом револьвере. Вот эта пластина перекрывает. До тех пор, пока ты не нажмешь спусковой крючок. Ну, у меня опыта большого стрельбы из этих револьверов нет. Я не могу ничего про это сказать. Ни про точность, ни про мощность. Поэтому отдуваться тебе. Попробуем, постреляем. Значит, минусы. Вот этого Уморекса. То есть внешне-то мы посмотрели, это все конфетка, красиво, все замечательно. Я его разобрал. А собрал? Видишь?
Сколько дней ушло? Немного. Дело в том, что предыдущий хозяин, который продавал их, он снял шептало с курка. Mm-hmm. То есть, он специально стрелял только призводом. Mm-hmm. То есть, без самозвода. Без самозвода. Соответственно, шептало мне отдал, пружину шептало отдал. У наган эта деталь называется шатун, ну, для тех, да, кто понимает. Вот. Я решил его установить самостоятельно. Угу. Когда я его вскрыл и перематерился, там все на штифтах. Угу. Маленькие тоненькие штифтики, которые никак, нигде, ничем не крепятся. Угу. Просто. А пружинок? Тоже. Как устроен вот этот и вот этот, я знаю. Вот эти я ни разу не разбирал. Ты знаешь, я готов вот этот с закрытыми глазами перебрать, нежели чем вот залезать еще вот в это. Согласен. Потому что только вот его все соберешь, все нормально, все хорошо. Дынь! Вплоть до того, что вот пружинку потерял, пришлось искать зажигалки, подбирать, благо помню визуально, все поставил, все работает, вроде все нормально. Пружинку потом. Да. Это трындец. Он весь на этих самых, как его, на штифтиках. Причем штифтики, они вообще не фиксируются, он болтается туда-сюда, как угодно. И не знаю, как деталь называется вот здесь, пришлось даже этот штифт приклеивать. Потому что он выскакивал, и в результате пистолет не работал. Есть болезнь вот у этих револьверов, там есть штифт, который вот здесь вот находится, в прорези рамки. Если он вылезает, то спуск заклинивает в среднем положении, не туда, не сюда. Да. Вот его специально приклеивают, чтобы он не вылезал. Вот, да, вот так, точно такая же ситуация. Во всем остальном, ну что, попробуем пострелять? Нет, интересно же. Ну, давай попробуем. Ну что, баллоны в карманы тогда. Так, тогда надо сначала снарядить клипы, чтобы не терять время. Остынет сейчас все моментально. На улице только что не мороз. Так, держи. Так. Да, самое дорогое. Так, ну, наверное, ну, все зарядим. Но это так два нет. Давай вот этот зарядим. Вот этот уже у нас был. В нем, кстати, баллон. Он пустой там? А я не помню, честно. Он пустой, поворачивается. Не, он не затянут. Он не затянут. Он специально... чтобы рукоятка не влетала. Без него рукоятка просто не будет держаться. А он... Пробитый. Это он так пробивается, да? Это вот он здесь так пробивается? Да. Вот. Ну, я говорю, у меня не столько опыта по ним. Чинить мне их приносили, ругаться я на них ругался. Вот чтобы за душу задело, нет. Не захотел я его себе, ни один. Ну и говорю, он неудобный. А, я еще забыл сказать, они все очень тяжелые. То есть, вот весов у нас опять же с собой нет, но вот это где-то около килограмма. А вот эти вот килограмма полтора, не меньше, они очень тяжелые. Я читал, что он соответствует весу... настоящего, да. Да, боевого. Это настоящий стальной, а это, да. Ну, кстати, пистолеты, те же самые CP-88, он тоже полностью имитирует боевой пистолет, в том числе и по весу. И он из такого же точного сплава. Я говорю, что сплав здесь хороший. Они из этого сплава в свое время делали газовые и травматические пистолеты, кстати. Да. Вот здесь сразу видно, что сплав здесь другой. Ну, и это револьвер самый легкий. Вот, казалось бы, но он самый легкий. У него и цвет сплава другой совершенно. Так, вот это, да, мы решили? Да, договорились. Мы просто соскучились по зрителям и по подписчикам. Мы целый месяц практически были заняты другими делами. Но про вас не забывали. Тёма, у тебя камера упала. Да, у тебя аккумулятор. Бесы. О! Хай-тек! И рыбу и пистолеты завешивать. Так, заряжено. Ну все, не объективно. Потому что зарядил, теперь тяжелее. Ну вот, посмотрим, как по ощущениям, ошибался я или нет. Ровно килограмм, что ли? Ну, да. С нулями прям. Ты посмотри. А, глаз алмаз.
С нулями. Так. Он сохраняет, что ли, значение, да? Сбросил. Угу. Так. Этот показался тяжелее. Килограмм 50. На 50 грамм, да. Так. Этот? Вот этот самый тяжелый мне показался. Сейчас мы сбросим. Так оно и есть. Почти кило 300. Кило 275. Но это, опять же, явно не аптекарские весы и не лабораторные. Значит, этот порядка вот килограмма должен быть. Вот так вот. Кило 150. Весы рыболовные, поэтому они увеличивают. Значит, стрелять будем. Люмин 0,45 грамма. Я еще их не испытывал, я даже не знаю. Они легкие какие-то, на вид. Ну, только. Они прям какие-то совсем. Надо вот весы, мои весы надо. Что-то я не думал, что мы сегодня что-то взвешивать будем. Ну что, снаряжаемся? Снаряжаемся потихонечку. Подкручиваем. Все, мы вот его натянули. И потом резко... По идее, должен. Да. А ты что, пулю-то выстрелил? Ну, ничего страшного. Ну, здесь все просто. Здесь по классике. Вставляем баллоны обычным винтом. Не знаю, каково здесь качество прокладок, поэтому постараемся быстро проколоть баллон. А он у тебя травит. Он у тебя травит. Не травил. Вот. Ну, значит, прокладка замерзла. Дома проверял его, не травил. Травит именно вот здесь. Попробуй чуть-чуть еще подтянуть. Да вот я уже не могу, на гидравлические руки. Давай. Держи. Смотри, там пулю барабанит. Не. Значит, уже обмерзла прокладка. Ну, быстренько. Стреляй, тогда. Быстренько, да. Ну, сейчас последний баллон. Так, да, мы опять не купили кронштейн, да. Штатив, его пластилин выставил шипеть. О, тем не менее. Перестал шипеть. Это 6 дюймов. Пуля 0,45 люман. Ну смотри, стабильненько. Все, пули кончились. Да. В среднем получилось. Практически не шипит. Уже. Ну давай еще раз зарядим тогда. Снаряжай тут. Вся баллоны замерзнут. Других. Я держу его в кармане, чтобы он не замерз. Так. Что, пуля одна? А, пуля. Застрелок. О, там есть пули. А она, видишь, подвылезла. Надо этот промахал. Там, блядь. Вот. Видишь, как все. Руки замерзли, поэтому сноровка не та. Так, баллон в кармане греется. Шести дюймов 17. Уже не травит. Уже не травит. Дозаряжать будем? Да, давай. Опять пуля в стволе осталась. Ага. Ну, проталкивай обратно. Минут, конечно. Во. Как же так? Вот она. Она раком стала. Она... Угу. Все, я понял, что дело. Не по центру, не напротив ствола. Может быть, она, да, помятая. И вот это то же самое. О чем и говорю, что вот эта система ненадежная ни разу. Дейзи? Давай. Я его. Угу. Так. Беру. Это пока я все заряду. Самое главное, что мы их тестируем в одинаковых условиях. Так же. Да, то поджимаем. Явно мы и покажем сегодня. Вот. И защелкиваем. Все, он готов к контролю.
Так, плиточку. Секунду. На. Я думал, что он мог заедать из-за того, что пули были не вот. До конца досланы. Может быть. Вот, сейчас я их точно туда дослал. Ну что? Ну, баллон тут остыл. В принципе, опять. Не проворачивается барабан. Угу. Значит, здесь какая-то еще и неисправность присутствует. Будем разбираться? Да. Ну, в общем, посмотрели на эту штуку. Теперь Марекс. Стоит он своих денег. Настоящий Марекс, без Дейзи. А почему? А баллон хорошо? Хорошо. А, ну уже ничего не сделаешь, ты его же зажал. А уже ничего не сделаешь. А почему? Не понимаю. Сегодня такой день. И что с ним делать теперь? Ты, может, просто плохой баллон? Открывай. Да? Плохой баллон. Не проколол. Угу. А как же газ оттуда взялся? Вот а он не стрелял. Вот почему я вот эти системы и не люблю. Затягивай сильнее. Сильнее затягивай болт. Все хорошо, иначе будет гнуться пятка. Еще холодно такое. Вот почему я не люблю. Вот. Попробуй. Пшик был. Вот. С одной пули уже нет. Барабан не крути. Так. А он и не прокрутится, здесь фиксатор есть. Да, здесь все сделано... По-моему. Ну что? Те же. А, это 4 дюйма. Что-то как-то. О, манжет расправляется. О. А, здесь 10 зарядный. Ну, все-таки холод. Я думаю, что здесь продумано то, чтобы намного хватило выстрелов, поэтому и мощность соответствующая. У них, как правило, ну, не меньше 60 выстрелов, а то и до 90. Смотрим этот. Они, кстати, очень экономичные. 6 дюймов. Ох, ни хрена выхлоп поклый. А скорость-то такая же. Ого. Ого. Надо сказать, что при таком темпе у него довольно-таки очень хорошие показатели скорости идут. Ну, на такой температуре, да. Что руки мерзнут. То есть реально обмерзают руки. Да. Его холодно держать. Ну, около нуля сейчас скоро будет. Вот попробуй. Да, он реально ледяной. И надо сказать, что при таких температурах он показал довольно-таки хорошие показатели. Да. Кстати, еще. Что мы забыли сказать? Дело в том, что данные пистолеты комплектуются разными мушками. У них в комплекте идут разные мушки, которые при желании можно поменять и подобрать мушку для себя. То есть под себя. По ширине. И по высоте. И по высоте, и по ширине. У меня где-то там лежат, ну, две мушки с ним. Две, там три у него в комплекте, да. Вот. Так что стоит платить этих денег. За такую игрушку или не стоит? Я бы не стал. Я бы хотел бы с нее просто взять и пострелять. А вот так вот платить мне жаба душа. Потому что за эти деньги, мне кажется, можно купить гораздо более интересную вещь. Тот же атаман. Да. Вполне неплохая вещица. Но это уже, ребята, это уже PCP. Как бы. А здесь... Двоякое впечатление. С одной стороны, вещь хорошая, вещь качественная, то есть сделан он замечательно, сделан качественно, приятно в руке лежит. Интересно с него пострелять, 10 зарядов все-таки, это не каждые 6 перезаряжать.
Это первое. Второе, то, что стволы на них довольно-таки хорошие, а мы не показали, какие стволы имеют. Mm-hmm. Подержи, я сейчас заключу все. Ну, на самом-то деле все элементарно. То есть из всех рассмотренных, безусловно, это самые качественные изделия и самые беспроблемные по работе. Но... Плюсы данного девайса заключаются вот в чем. Если вы купили один пистолет, вам не надо покупать другой. Просто купили ствол. Ствол продается под них. Имеется вот такой ключ, который просто-напросто вставляется сюда и откручивается. Все. Ничего хитрого в этом нет. Также открутили этот ствол, поменяли другой ствол, поставили кожух и закрутили. То есть все сделано элементарно, быстро и надежно. То есть, если нужно, с немецким качеством, да. Если нужно поменять, то есть купили один пистолет, кучу стволов под него купили, в сундук можно это положить, все соскладировать. Довольно-таки приятно, но все-таки за такие деньги. Да, ты прав. Гораздо можно более рационально ими распорядиться. Да. Еще совсем недавно можно было купить винтовку PCP. Да, и я думаю, понимаешь, в современных наших... Какой-нибудь Хадсон B50. В современных наших реалиях, кто женат и принесет домой и скажет: дорогая, я вот купил пистолет. Человек не спрячет, да, то здесь это будет... Он будет из него жить. Либо это будет развод. Разрыв семейных отношений. Нет, она скажет, это же пол айфона. Примерно так, да. Так что сделали обзор. Ну а дальше, ребята, вы сами смотрите. Еще раз огромная благодарность Игорю. Ссылочка будет в описании за то, что предоставил Дейзи. Подсуетился, нашел под него барабан. Что с ним вообще, как его научить стрелять, мы подумаем. Не приноси. Еще. Не приноси. Кстати, выпуск готовится. Да. Почти мы готовы. Почти. Осталось еще немножечко. И мы сейчас ищем Аникс 9000. Вот чтобы полноценно... объять вот эту замечательную. Я считаю, что Аникс — это замечательная вещь. Ну, на самом деле, я намереваюсь говорить долго. Там есть о чем поговорить. Это, ну, чтобы интригу не раскрывать. Да. То есть, без преувеличения, мне жалко, что фирма закрылась, перестала существовать. Это уникальнейший случай в нашей стране, когда коммерческая, негосударственная фирма довела, разработала, интереснейшее, и довела их до серийного производства. Причем аналогов нет. Теперь уже есть. Нет, я имею в виду 3000, 9000 аналогов. Обо всем расскажешь. Да, но это уже в дальнейшем. Да. Вот. Ну и, в принципе, нас просили подписчики рассказать что-нибудь про переломку. Да. Более того, мы уже это обещали, и нам надо выполнить свое обещание перед подписчиками и зрителями. Следующий выпуск мы посвящаем сравнению двух пистолетов, переломки. Это наш пистолет МП-53 и гамма 9000. П-900, да. Значит, я уже начинал сегодня про это говорить, что среди комментариев нас упрекали в том, что мы не обозреваем современные модели, которые можно купить прямо сейчас, которые есть в магазинах, которые доступны. И вот что вы нам там втираете, да, там про всякую микрофонию. Во, пожалуйста, берите, покупайте. Да. Спасибо, пожалуйста. Я не устаю повторять, что канал у нас не коммерческий, способов у нас нет. Чтобы подготовить вот этот выпуск, чтобы собрать все вот эти уникальные в некотором смысле изделия, ушло время определенное. То есть нужно было найти людей, нужно было найти изделия, чтобы показать и рассказать их вам. Ну, а чтобы купить с магазина, нужно все-таки, вот, как бы сказать, вот мы сейчас вот держим, вот так вот, это 150 тысяч. Вот это 150 тысяч, если брать с магазина. Да.
Я не думаю, что каждый может похвастаться, что у него зарплата по 200 тысяч, да? Ладно, сейчас ты договоришься до того, что донаты запросишь. Естественно. Не, если вот так, да, это бы как бы облегчило жизнь немножечко каналу. Вот. Ну, а продолжая тему, значит, к нашим баранам, да, значит, не знаю, может быть, получится, может, нет в ближайшее время. Расскажем про 654-й, которые тоже нынче продаются в магазинах. Вот, нас просили сделать третью часть наших двух первых по 654-м. Ну, вот, наверное, в ближайшее время мы сделаем. Да, 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 да. Дядь Жора, огромный тебе привет, огромный привет твоей супруге, это уже по традиции. Вот, очень печально твои комментарии не видеть, дельные комментарии. Надо отдать должное. Дядь Толя, тебе огромный горячий полынный привет. Ну что, всем пока. Всем счастливо. Забыл. Количество подписчиков превысило. Да. Количество подписчиков у нас превысило 3000. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо, что вы подписываетесь на канал, ставите лайки, пишите комментарии. По возможности стараемся ответить всем. Правда, есть еще, как бы, особенно на шорте выстрелила. Но да. Мы отдельно поговорим по этой теме, почему нужно стравливать баллон. Там интереснейшие комментарии по поводу того, какой же это газ агрессивный, это же СО2. Ну, ребята, вы в школу ходили, нет? Давай так, раз просмотры превысили 1000000... Это да. Значит, я возьму на себя труд и подготовлюсь и расскажу. Договорились. А да. Тем более, сколько там тысяч лайков? Видел? Ну, я прочитал несколько сот комментариев, где сказали, да, дельный лайфхак. Да. Хотя для меня, например, это абсолютно... Не, ну, понимаешь, люди грамотные, которые разбираются в пневматике, разбираются в СО2, они, соответственно, и пишут грамотные вещи. А остальные, как самцы курицы, выпавшие из яйца, из непонятно какого гнезда, вдруг решили, что они абсолютно знают все. Но даже вот такие комментарии, я уже повторяюсь. А разве СО2 агрессивный газ? Ребята, ну вы в школе-то были, нет? Но прежде чем писать, ну хотя бы в Википедию загляните. Что такое СО2? Почему агрессивный? Почему нельзя оставлять баллон? Ну я же оставил, полгода лежит. Не, шедеврально другое. Углекислота и углекислый газ. Это разные вещи. Разные, абсолютно. Еще другой момент, понимаешь? Один там написал, и кто-то ему даже говорит, а нафига я буду его разряжать, я его использую в качестве самообороны? Чувак, ты дурак. Если вот просто-напросто, вот в таком состоянии, даже если он без пуль, но со снаряженным газовым баллоном, вот просто попасть под патрулю, это уже срок. Это уже срок. Срок не срок, но это нарушение закона об оружии. Запрещается переноска оружия в снаряженном состоянии. А тем более использовать его в качестве самообороны. Это срок. Это уже сразу срок. Это тоже отдельная тема. Мы сделаем как-нибудь выпуск. Мы сейчас ведем переговоры с Росгвардией. Да, и с работниками правопорядка по поводу того, чтобы они посетили наш канал и рассказали, за что можно слопотать срок, а за что, в принципе, можно получить административку. И то, и другое неприятно. Кстати, пишите, какие бы вопросы вы хотели, чтобы мы осветили. Именно юридически-правового порядка. То есть, допустим, меня люди-то спрашивают. Ну, вот я купил когда-то там винтовку в таком-то калибре, такой-то мощности. Изменилось законодательство. Что мне теперь с этим делать? Один такой вопрос. Вот. Другой вопрос. Вот, у меня есть, я бы ее переделал, привел к законным требованиям. Где это сделать и как? Законно. Вот. И таких вопросов, в принципе, наверное, можно придумать много, которые возникают именно в практической жизни, а не в теоретической. Можно ли его использовать в качестве самообороны? Это отдельная, это, понимаешь, это отдельная у многих больная тема. Использовать можно, но каковы последствия и какова эффективность? А использовать все можно. Кирпич можно использовать в качестве самообороны. На днях я тебе прислал, нарвались на новости, в Москве
Малолетние дебилы. Школьники. Школьники постреляли друг друга в школе из пневматики. К чему это привело? К тому, что готовится законопроект, который обязует каждого, кто купил данное изделие, ставить его на учет в Росгвардию. Мы понимаем, что логически, логически, но это невозможно сделать. Просто это, ну, бедные ребята, которые там работать будут в Росгвардии. Но если законопроект будет принят, да, придется его воплощать в жизнь. То вот, пожалуйста, элементарно. Ну, я думаю, что на этом история пневматики в этой стране и закончится. Вот. По крайней мере, то, что продажи упадут, однозначно. Ну и зачем нужна вещь, которой фактически нельзя пользоваться? Поэтому мы всегда за то, чтобы, если кто-нибудь нас из законотворцев слушает, мы просим, введите, пожалуйста, в школе ОБЖ. Это первое. А второе, снести порог уголовной ответственности для дебилов малолетних. С 14 лет, как минимум, должна быть уголовная ответственность. А лучше с 12. Если, ну, за отдельные виды преступления. Если взял пистолет, начал стрелять по людям, по животным, то с 12 лет ввести вот это просто... Вся дичь, которая творится среди подростков, она от безнаказанности. Они открыто смеются, вон на Ютубе миллиард этих роликов. А что вы мне сделаете? Я не подсуден. Бесполезно запрещать пневматику. Это просто убьет на корню целую культуру, целый слой. И ввести культуру обращения с оружием. Ну, действительно, надо. Ну, вспомни раньше, в школе преподавалась культура обращения с оружием. Стреляли, были тиры, ходили в тиры, стреляли, учились пользоваться той же винтовкой. Это то же самое оружие. Я уже рассказываю. Я в нормальной стране вырос, учился в нормальной школе, в которой был НВП, был военрук, была оружейная комната, где стояло боевое нарезное оружие, винтовки. И такого... ТОЗ 8, ТОЗ 12, слушай, СМ-2. И такого я не припомню, чтобы где-то в новостях было, что так какой-то точно малолетний звездюк так точно схватил винтовку, пошел всех стрелять. Ладно, это уже лирика. Всем спасибо, всем счастливо. Пошли готовиться. Пошли готовиться.